Добрый вечер, мои дорогие. Хочу вам сказать, очень приятно, когда муж умеет готовить. Ну и вы знаете, что Володюшка большой специалист по турецкой пище. Так вот, сегодня у нас на ужин турецкая пицца, 3 штуки. И здесь у нас турецкая пицца, которую мы выбрали, стоит 5,20. Она с мясом теленка, она с овощами. С чем она еще, Володюшка? С помидорами, с соусом чесночным и чуть-чуть остренькая. Вот такой у нас сегодня ужин. Сейчас я распакую и вам обязательно покажу, как эта вкусняшка выглядит. Я сейчас развернула одну пиццу. Посмотрите, какая она огромнейшая. И за 5,20 вот такая пицца – это отличная цена и прекрасный ужин. Это тесто специальное для пиццы, и в него завернуты овощи, и, как я уже говорила, мясо теленка, нарезанное такой вот стружкой. Пицца эта не разворачивается полностью, она отрывается фольга, и пицца, как говорится, кушается, снова отрывается фольга, держится в руках, и вот мы ее так будем кушать. Так что приятного аппетита вам! Если вы ужинаете, приятного аппетита нам и большое спасибо Володюшке за то, что он так приготовил. Пока!